GTL на минимах чуть-чуть. Ну там вообще пиздец, да? Вообще пиздец. Партизанская война, нах. Видишь, ехали, блядь, подорвался, нах. Ну жив, здоров, слава богу, чё? Да, да, да. Я говорю, чудом, блядь, чудом вообще, нах. Так, сама обстановка, ебашит, нах, с артиллерией, блядь. Ну а так условия, пожрать, поспать, что там, посираха? Да есть всё, он, нах, любой дом взломал. Картошка, не картошка, блядь, морковка. Есть, как... Так особо-то не ругайтесь, по грибам ходите там, ну, картошки, морковки. Вообще похуй, братан. Зашел нахуй, расстрелял нахуй. Нет контроля, да? Похуй вообще тут, война. Каждый погреб вскрывает, тут вина, ебанешься нахуй, хохлядского. Вкусная? Да, охуенная. Я вон пузырь выпил сейчас, блядь, аж штырило с него нахуй. 13 лет она стояла нахуй, я его давай тут. Я девятку все там нашел уже нахуй, но и опознавательный знак нарисовали, все, ездит как свой там уже нахуй. А вы под вышкой ездите или под вышкой? У нас круг идет. Белый и, ну, черный, короче. А это что обозначает? Это тоже наши, только это округа другие. Ост. Ну, ну им, блядь, им больше всех досталось пизделинов. Там потери, я говорю, блядь, за 10 лет Афгана 15 тысяч было, ну, убитых. А здесь за месяц, братан, 10 тысяч, нахуй. Охуеть. 200-х. Ну, у нас он накочевает, их вон летчиков все никак не похоронят, там, да хуя как. А летчиков, видишь, у нас, блядь, КамАЗ оставили, сломанный, со стрелами, иглы, стрелы. И все, и сейчас авиация не работает, а по нам хуярит авиация, только так, нахуй. Пиздарец жесткий вообще, блядь. Обеспечение там оружием, продовольствием, как идет, нормально, нет? Какое обеспечение? Я, короче, братан, ехал, боевое хранение был, первая машина моя шла, я поэтому и подорвался, нахуй. У нас из 16, братан, 8 дошло. У нас, блядь, одному ноги оторвало, нахуй. Второй подорвался тоже на мини, нахуй. Ну, пиздец, я говорю, жопа ебаная. Не доходит до передка колонны, разъебывают их. 9 мая там парадом пройдете, нет? Хотят они, хотят, но не получится.